Я сегодня приглашаю вас на встречу, необыкновенную, особенную встречу, встречу с Богом. Я ни одного раза, поверьте, не пожалела, что была на этих встречах, которые называются «Encounter» в церкви Мелхиседек. Когда слышишь много-много слова за эти дни, и Дух Святой делает свою работу, когда открываешь сердце, Бог начинает показывать твои изъяны, то, что надо тебе поменять, где надо преображение твоей личности, и это прекрасно. Когда человек привел в порядок свое прошлое, он разрешил Богу сделать это, Богу намного легче творить новое в его судьбе и в судьбе его потомков. Я приглашаю тебя на эту встречу и хочу видеть тебя там, молиться с тобой, благословение тебе принять правильное решение, не пропустить возможности, которые есть для тебя.